Катеринка, меня зовут Маша. И также мои ребята, девочки. Вот, Анюта и Танюша. На коробке написано, что ее зовут Танюша, но я ее переименовала. Теперь ее зовут. Угадайте. Нет. Ее зовут Фродя. У нее с собой любимые игрушечки. Я им поставила кашку. Вот она-то ела, а вот наша Фроденька не кушала. Вот, есть тут игрушечки. Сейчас я вам покажу, что моя Фродя умеет делать. Я сюда. Ой, какая ты тяжелая. Так, Фроденька, поверни сюда голову. Так, давайте я приближу голову. Так. Вот такая у меня Фроденька. Чтобы вставить ей соску, ей необходимо вот так сделать. То есть она вот, у нее там язычок есть. Вот, и все. И она кушает соску. У нее в Боре не было соски, поэтому я взяла от Baby Bird. Точно так же и с кашкой. Вот так. Все, и она кушает. Вот, она умеет разговаривать, голова отлично двигается, вот, вообще, вот. Также волосы шелковистые, ушки вообще такие классные, вот, вообще. Вот, теперь мы с ней не расстаемся, мы с ней даже спать идем вроде. Вот. Так что вот так. Ребята, это такой маленький блог. Не пишите, что нафиг надо было на 2-3 минуты снимать, вот, чтобы похвастаться. Ну, мне так захотелось. Вот. Так что вот так. Я не оставляю никого. Вот. Ну, как никого? Я не оставляю никого, как бы, чтобы на меня кто-то обижался. Нет, этого не будет. Так что так, давайте я уберу сейчас игрушечки и улаживать будем с вами ее спать. Так, я все игрушечки убрала. Вот, теперь тут только ее любимый олененок и ее любимая Анюта. Также вы можете тоже ей делать подарочки. Вот, подарочки нет, ну... Это на ваш вкус. Вот, то есть, что вы хотите, то и подарите. Вот, ну, можно их не делать. Вот, как бы, если у вас есть кукла, напишите мне в комментариях, и что бы вы хотели, чтобы я ей подарила. Вот. Мы с Фродей найдем и подарим, да? Ну, конечно, что-то такое недорогое. И, вот. И Лол я не стала открывать. Открывать я буду на Новый год. Мы с Фродей решили, что это будет подарок. Так, давайте я ее буду уложить спать. Так. У нее теперь будет своя подунка. Подунка? Да, подунка у нее будет своя. Вот такая подунка у нее будет. Больше. Косички она не будет расплетать, мы с ней уже договорились. Вот она не хочет, чтобы расплетала. Вот косички. Косички. Да, я говорю косички, потому что мне так нравится. Так как у нас холодно, вот, ну нет, не сильно холодно, я даже в тортах вот, хожу по дому. И с коротким рукавом. Просто она не возле батареи, а на кровати. И кроватка холодная, поэтому мы решили, что она будет спать в своей юбочке, только я ей переодела кофточку. Вот. Она у нас девочка самостоятельная, поэтому будет ложиться сама. Правильно? Вот. Так, на бочочек ложись. Если кто не видел, у нее еще была
есть обувочка. Я не стала ее одевать. Я наоборот ее скинула. Вот такие вот сапожки. Вот. Размер 18. Вот. Вот. 18 размер. Или какой-то. Блин, вообще ничего не понять. Тут что-то один и пятый размер. Ну, короче, что-то такое.